Я сделаю пока вот так. Чтобы мы видели, сколько времени осталось. А пока что делаем перерыв на покушать, принести вкусняшки, привести мероприятие. Мне сейчас нужно поменять на мероприятие, да. Black Dragon, а сможешь поменять, пожалуйста, на мероприятие и просто написать Summer Game Fest 2023? Можешь, пожалуйста? Сітка на вікнах. У мене одна з сіток вилетіла в якийсь з лівнів. У нас там прям такий шторм був, і в мене отлетіла сітка, і все. А я відкриваю тільки ті вікна, які на провітрювання ставляться, тому що кішки. Ось, і... Вольман, приятного лурка. По кофею... Я сказала по кофеёчек? Ну, чайочек, кофеёчек, все дела. Сейчас будем смотреть. И очень важно принести какую-нибудь записулечку, чтобы записывать игры. Та-та-да! И я потом вот сюда скину список со ссылками. Спасибо большое, Black Dragon, лучшайший просто. Кину ссылок, список со ссылками на игры, которые я сегодня себе запишу и которые мне понравятся. Вот. Так что предлагаю вам сделать то же самое, а потом это сравнить списульки наши. Сагитарон, здорово, здорово. И мне надо в телегу, наверное, написать, что мы свичимся на Summer Game Fest. Надеюсь, мне еду привезут до того, мне придется выскакивать на эти в процессе и пропускать. Такие дела. У меня, ну я вообще подстриглась. На самом деле, я подстриглась. Карма, дурно, нас напали! Опа! Опа! Здорово! Здорово все! Я подстриглась, выровняла все, что у меня было неровное, поэтому вот. Дайхаза, здорово! Привет всем! Привет, ребята! Привет! Лег, здорово! Сова, привет! Музыка классная здесь. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Курьер ко мне выехал 10 минут назад, поэтому давно не виделись, да. Тори, здорово, спасибо большое, Сагитарон. Техник, здравствуй. Не успевают с едой. Ну, мне тоже кажется, что не успевают. Я надеюсь, что они просто болтать будут много. И вообще, кафешка, из которой я заказала, она рядом. Хто ще очікує від фесту? Я... Все, що я очікую від фесту, це дуже гарні емоції, щоб я після того, як він закінчиться, така сиділа і типу, блядь, як було охуєнно. Оце все, що я... У нас чітенько, розумієш, будто це і не ми, прикинь, це вообще шок, вообще шок. Руль охеренно, вот он стоїт, зараз, вот он стоїт, вот руль, вот он стоїт. Он охерительно, просто, я тепер не знаю, як, ми погоняли в Дискорді... Вот здесь. Мы погоняли в Форзу, и это просто шикарно было. Это просто охерительно. Хотя плюс 5 вишлист. Вот. После фесту очекую хотя плюс 5 вишлист. Это все, чего я очекую. Вот. Сабы на Твиче можно включить вроде. А где? А, CC, вот они, captions. Есть. Но с другой стороны, они же будут на этом. Что хорошего в перспективе может быть? Обещали 4 каких-то супер-классных проекта, супер-классных анонса. В Форзе не можешь привыкнуть к рулю? Серьезно? А у тебя есть права? А чекай, еще покажет Silent Hill, або ремейк Silent Hill 2. Так, ще раз очікуєш, Citizen? Може, сабами проще? Ну, посмотрим. Если что, просто вырубим. Если что, вырубим. Есть. Может, поэтому? В Старый Diablo 2 Resurrection был интересный баг. Игра устанавливалась двумя играми. Lord of Destruction, Resurrection. Перк Лорди... В Лорде у Друида на первом в Resurrection с Резатом. Нормально. Ой, я обожаю Warhills, я обожаю всякие вот эти движухи. И рада, что у нас появилась традиция смотреть все это вместе, потому что, ну, это прям кайфец, массу удовольствия получаешь. Принесла свои вкусняшки.
кошка, конечно, вообще не в тимак лежит. Ну ладно. Так, ребята, 15 секунд. Так, а можно же отключить force feedback? Там же можно настроить в сложности все эти штуки. Можно подключать. Поперенастраивать себя. Следующая программа содержит контент, который некоторые зрители могут посчитать оскорбительным. Поняли? Гов, дьявол, накорми пока. Ну мы можем отаке зробити. Вау! Сабы, конечно, немножко отстают. Тостер, здорово. Киану, все, поняла. Это было давно. We are in person, and today we've got a look at what's next in video games for you. We are live here in Los Angeles at YouTube Theater, and it feels so good to be in person with a live громче. Fan audience for the first time ever. Welcome, everybody. Успел, нихуя ты дал, Лекс. Уважаемая скорость. Back in 2020 from a spare bedroom, I never imagined it would grow into this. Today, the video game industry has come together to show you what's next. This is a cross-industry showcase. Meaning, no matter where будет, наверное, в следующие выходные. Мне нужно подготовиться. Следующие выходные будет Евротрак на руле. Has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. In just a few minutes, we'll see the first extended gameplay of Mortal Kombat 1. Mortal Kombat 1, ребята, extended gameplay. It delivers, don't worry. Alan Wake 2. И SnowRunner будет. Fortnite's next season. And yes, we do have здорово, a very special grand finale. That you're not gonna want to miss. That's all I'll say right now. But let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. Dragon, пожалуйста, да. Here we go. Mortal Kombat 1, тот, который мы играли как-то на этом самом, на эмуле, да? Prince has been kidnapped. Это не то. Подождите, это не то. Подождите, забудьте. Забудьте. All hope rests with us, the immortals, to rescue him and save the empire. But we weren't prepared for what was coming next. Then again, they weren't prepared for me. Это принцессия, да. Ну, очень интересно, конечно. Окей. Это что, инди-компания? Ну, красиво. Жесть, если честно, это полная жесть. Times of darkness. Hope is the only thing that keeps us fighting. I will fulfill my destiny and save the kingdom. Lost Crown. 18 января. Вот это первое, Firehead. Принц Перси, это первое, что показали. Ты ничего не пропустил. January 2024, a brand new action adventure platformer in the iconic series with deep combat, some huge boss fights, and of course incredible platforming, puzzles and animation, bringing a modern take on the legendary franchise. You'll be able to see more at Ubisoft Forward, streaming on Monday as part of Summer Game Fest. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1.
couldn't keep you waiting on this one. It has been 4 years since MK11, and ever since Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet that reboots the series into a new era timeline. And it's coming this September. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on the roster? How do the new cameo fighters work? Well, now it is time for combat. No spoilers, but this video is literally insane. Here is an extended first look at the story, gameplay, and yes, of course, the fatalities of Mortal Kombat 1. Let's do it! Я не фанатка Mortal, но камбухи посмотреть интересно. На. Оп! I have had enough of you. Then go before I put you down. Fight! Заспамил тупо. Today you have proven worthy of joining us. Come. There are какие мальчики красивые. What do you want? Какие красивые. It's my family blade. Sento's mine, and I won't give it up without a fight. Это красиво. Ну да, это красиво. Enough. Okay, let's go back to one here. Who are you again? Lord Liu Kang. Красивых мальчиков, да, да. God of Fire. Лекс Вим, капит який спо. А можно не надо? А можно не надо? Будь ласка. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Обнуление нумерации. А я не знаю, что это. А я не знаю. Это что? Ре что? Это ре что-то первой части? Что это? На, нахуй. Перезапуск, все. Это перезапуск. Ну просто. If your disease becomes ой, красивая known, штука у нее. Ой-ой-ой. I only want what's best for you. Or do you secretly covet my throne? О! Бля, ну красиво. А мы уже смотрим, да, вторая игра. Это что было? Что это? Да. Уважаемо. Нормально. I mean, that was pretty good, right, guys? Now, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man who has been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, Ed Boon!
Congratulations. They love you. All right. Well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all of the gameplay of MK1. And everyone just wants to know more about this, because first of all, this is in a, it's MK1, right? Стратегически. Went from 11 to 1. So tell us about this. Is it a new timeline? Да, ребуты и перезапуски можно прям супер удобно делать. Liu Kang basically was kind of graduated into, like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. Милен классная. Между Final Fantasy 1. Подожди, еще 16-я выйдет, а потом 1 будет. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. Первым был принц Персии. Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and здорово, so MK, mixing привет. The whole thing up. So we're just kind of rebooting, and that's what the one is for. Well, it looks incredible. Everything we saw there was, you know, in-game gameplay. The cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You obviously, you have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Красивый пиздец. In a fighting game, you'll see a roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters, and these fighters actually, they will join the fight, but they... A lot of blank squares. Ой, yeah, красивый пиздец, конечно. So it's kind of like, imagine yourself with Sub-Zero, but you have some of Jack's moves. Sub-Zero, да. Sub-Zero. Sub-Zero. Вот сиськи. Вот сиськи. Энкви. You can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters. Дяка, Спут. Спасибо большое. That's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing, you know, the best team-ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come into? It's not a tag team thing, right? Where exactly. And you're basically summoning them. It's just one button pushes, basically summoning. But they have a variety. So Бонсик, you know, пожалуйста, не надо спрашивать у Спрута ничего. Мне казалось, что это вполне очевидные вещи. Должны быть. Это неуместно. Во-первых, опасно. Во-вторых, поэтому не понимаю, зачем ты это делаешь, зачем ты продолжаешь кушать человека. Очень подозрительно. Вот ракушка правильно написал. Так, читаю чат. Все, что пропустила, читаю. You know, basically an whole arsenal of their moves. So Sonya, you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. Спрут, ничего ему не отвечай, пожалуйста. You revealed some of them there, but is it a different set of characters that will be in? Ну, видишь, ребята говорят, что они решили, что хер с ним, начинаем заново. Другая вселенная. Это другая вселенная, это не переписывание. Другая вселенная. With Sub-Zero, right? You can play, same thing with Scorpion, but a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So, когда конфессони не было, на конфессони я бы не успела за кушенькой сходить. Но у меня простаивает ручка, между прочим. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games. Наворотили современными, ребутнули. Да, не просто ребутнули. We really love the novelty of it. Really want the cameo characters to feel а что такое ФБ? Kind of nod to the old games. Well, speaking of nine of the old games, let's talk. You confirm, ну, закончим и поем. Жан-Клод Ван Дам. А Персию я еще и сну. Она меня вздобывала, она впечатлила. Тому я как-то. That was people know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first. Энки, потому что компания так решила. The first Mortal Kombat game we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times. And so finally we got him, and he's doing the voices too. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited. Плюс удар будет доступен только если ХП ниже 30, сейчас если метр, все, поняла. It's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. Поняла. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. And so, but ракушка. We could not be more excited. Ты чего? Getting players hands on it. На чему боти ты, боти, And боти, you know, throughout блядь, the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more. Никто не заметил, что они под paywall персонажи убирают. В смысле, что значит paywall? Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look
at MK1, as you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Ed Boon, thank you so much. First look at Mortal Kombat. Awesome. Thanks. Персонаж дается. So там Firehead написал, что какой-то персонаж при предзаказе дается. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Another big and anticipated ARPG is Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, with faithfully updated patch in the original theory since the release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years, but that changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from Path of Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Могла еще раз за едой сходить. Where are the guards? Hey you! What's going on? Ну не Диабло, конечно, не Диабло. Это Диабло на максималках, Диабло смогче, но это выглядело очень не впечатляюще. Если честно, но вы простите просто. Ой, нормальные игры. Я просто не шарю, я ни разу не играла, не буду. Знаю только, что там ебейшее древо умений. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game we featured last year at Summer Game Fest. Well, the team at Capcom has an important update to share with you. Right now. Знаете, чем хороши вот эти вбивки, перебивки? Болтовнёй. Что я могу в текст посмотреть. В текст, в чат посмотреть. Потому что на Sony я прям если глаза отводила, прям пипец. Online only game. Welcome to Bigitoa Island. По делам. По этому чуваку все понятно. Такая прическа у него смешная, пиздец. Exo Pringles. I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter cross Exo Primal collab will launch in the fall with the game coming out on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Check this out. Интересно было первый мастер-класс. Первый Mortal Kombat, Принц Персии. Типа, и пока мне лично, ну, ничего больше нет. Street Fighter, вот. Что еще там показали? Ребята, я отключу алерты, простите, пожалуйста. Николас Кейдж is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out. Спасибо. Probably to go right Но я to пока отключу алерты, потому что This man's bold creative choices have earned him an Academy Award and a few memes on the internet across more да. than four decades of incredible films. Please join me in welcoming to Summer да, Game Fest. Это нормально. Nicolas Cage. You're all breathtaking. Бля, пиздец, реально Николас Кейдж. Когда я бы кипятком описывался, мне кажется. Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you. Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow, yeah. Thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody.
finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? Some people were like, oh, maybe he'll show up in Fortnite. Maybe he'll be in a Hideo Kojima game. But Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror. Не, right? Думаю, он будет сурвом. When I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that Реджи, genre, здорово. There's a character, привет, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing, and she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what, yeah, I mean, that's what's fun, is you're так playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it's, it really is this museum of horror, Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you, do you, you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. He's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide and go seek. You have your three other teammates who are survivors with you. And it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. Ну, прикольно было бы, если бы вы сделали этим монстром. That feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this. I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. Не выглядает, так мне не выглядит. У вас скільки грошей? One, that we're fused. And so it was скільки людей працює над його обличчям? Do everything I say, from the screen to the ground, down to the most minimal expression of a sigh, whatever it is, it's my voice, so that да, we are fused. Да, отвешает Юбин Кейдж. Было бы охуенно. Nick Cage, I love it. Что было интересного, показали «Принца Персии», показали первый Mortal Kombat, PoE 2, показали, ну и в целом, как бы. Somebody very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast, and that really put the hook in, pun intended. See, Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say nothing but a split second to say yes. And speaking about split seconds, what I noticed, excuse me, sinuses, allergies. What I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly. На самом деле, блин, прикольно, что у тебя кино переплетается с играми. Ну, это приколясно. Мне нравится очень. Спасибо большое. We love having you in the video game world. We want to see Nick Cage in more games. Thank you. Thanks, guys. Ему не понравилось насилие в игре по боевику с насилием. Thank you so much. Понятно, что ж. Great to see you, man. Awesome. There you go. Lock it in. Now, for all of you who want to play Nick Cage in Dead by Daylight, the chapter officially comes out on July 25th on PC and console. But PC players can try it earlier by downloading the player test build on July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Ничего особенного не говорят. Просто обсуждают игру, обсуждают тра-та-та, выяснили, что он будет сурвом, а не маном. Ну и так, знаешь. Единственное, что мне, чтобы понять вообще все, нужно слушать и не отвлекаться на чат. Ну, какие-то ключевые моменты. Assassin's Cringe. Damn right I made it. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations. Back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations. And later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer. Да, инфа про Кейдж очень давно была.
Henry Cavill. Hello, Witcher fans. We are all gathered here today to share something with you. Hello. Tune into The Witcher Season 3, Volume 1 debut. Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for Season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest. Enjoy the trailer. Не показали детку! Neutrality. It won't get you a statue. А он же все с Геральтом закончил же, правильно я понимаю? У него же контракт, все. Кэт, показали Принц Перси, Mortal Kombat 1, Path of Exile 2, Street Fighter. Еще какую-то показали. Ну, не особо я за то, что не сильно интересное, прям мимо меня. Кейдж вот с урвом в ДБД. Ну, посмотрите, как он красивый. Мужчина мечта. Понимаете? Овер. Я просто, я все. Можно садиться на жопу и катиться нахуй, понимаешь? Скользить. Street Fighter вышел уже, хз, какая коллаба будет. Я не знаю, ну потому что вечер, потому что есть игры по вечеру, понимаешь? Вот сейчас дешевенький топ был очень. Вика, дыши, очень сложно. Но он по вахе будет же, да. Теперь. Хера умеет. Тогда Вика, не дыши. Нам нужна одна конкретная игра. Да. Нам тут есть кое-какая игра конкретная, которая нам нужна. First time I understand real fear. Ай, ну Кавилл в силовой броне будет уф. Уф. Ой, я не могу. А подожди. Is that so? Дві гарні новини. Перший кльовий серіал, по-друге, запах згорівший жов, ракушка. Just like a boatload of fangs all up in your business. Ту-ду. Майами, здорово. Смотришь сериал? Я посмотрела первый сезон, мне понравилось. До второго я не добралась. Но мне понравился первый сезон. К замене Кавилла в Ведьмаке. Ну, мне грустненько, я люблю Кавилла, мне нравится, какой он ведьмак. Вот я понимаю, что это непопулярное мнение, но мне нравится Кавилл как ведьмак, поэтому... Так, а что «о»? Почему вы говорите «о»? Так, это первая записанная мной игра будет, да? А, это Remnant. Ну, он у меня уже есть записанный, не буду по второму разу. Remnant. Нет? Да. Ну да, это Remnant должен быть. Нет, не Remnant. А что это? Почему первое? Ай, ну мне просто не, ну, типа, не впечатлило. Witch Hunt. Все, поняла. Не Witch Tire. Witchfire. Неинтересно. VR для PS VR. Remnant от третьего разве? Мне нравятся горячие мужики, есть такой в Майами. Плюс принц у меня будет в любом случае в Юби Коннекте, поэтому... Мне не надо думать о том, чтобы покупать его. Это шутан от создателей Пейнкиллера Итана Картера. Так может тогда записать, но я что-то как-то... То, что я увидела, меня не впечатлило, если честно. А это они плохо показали. А, книги я читала, но я блеванула от того, насколько это просто подростковая хуйня.
подростковая хуйня, написанная мужиком-сперматоксикозником, простите. Я смогла прочитать только первую часть, которая там список историй, сборник историй. А вот это Ремнант. А вот это Ремнант. Да, вот это Ремнант. Вот. Ну, что я почитала, было прикольно, но там что-то прям такие сопли, что я уже под тридцатник, уже все, я такое читать не могу. Хватило времени, ведь Фаер неплохо выглядит, sure? Нужно будет глянуть, как играет. Надо будет посмотреть другие трейлеры еще. Надо будет другие трейлеры посмотреть, потому что, ну, типа, классно, ну, мне надо больше, чуть больше посмотреть, чтобы цепануло. Про Ведьмака, ракушка. Про Ведьмака, це про Ведьмака. Ремнант прикольный, Ремнант прям классный. Роботов первых, по-моему, не было, да? Если я правильно помню. Я какой-то дроп получила. Сопли нет, спасибо, Monster Porn, да. Потому что в Monster Porn нет соплей таких. Прям. Ну там то. Ну там слишком подростковая штука. Я хз. Она прям слишком подростковая. Ремнант второй. Он у меня уже записан, поэтому я не это. Ну, Ремнант очень веселый и классный в коопе. Его можно в Соликан, но он классный в коопе. Клей, Евля, Павуки в космосе! Так! Именно! Понятно. Fortnite. As we go through today's reveals, use the hashtag #GamingOnTikTok to react to the news. And we want to welcome everyone co-streaming the show live on TikTok, Twitch, YouTube, and other platforms. For those of you on Twitch, we also have a special Warframe Twitch drop, a free Steinax Warframe for watching more than 30 minutes of the show. Now, speaking of surprises, another legendary gaming hero на Warframe drop later this year in a brand new game. Кирилл услышал, Тори. Кирилл услышал. Я ответил. And longtime fans of video games very excited. Here's another Summer Game Fest global game announcement. New thrills with a classic feel. Summer Game Fest — это преемник E3, но это, ну, раньше E3 было, это все вместе было, а сейчас они отдельные. Но, типа, да, вот оно началось, E3 начался. В коопе очень классный, да, Remnant. Ну, это херня. Ну, серьезно, это вообще не... Это серьезно, это не серьезно. Ты даже на свече играть, если честно, херня, потому что Соника, ну, хуйня. В том-то и дело, что это наше детство, но, блядь, что это такое? Это даже не новый Соник, это же даже не новый Соник. Суперстарс. А слишком много игр по Сонику, я бы даже так сказала. Слишком много. Іноді дитинство треба залишатись в дитинстві. Так, от це іменно оно. Bound to appeal to new and legacy fans alike. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character to space fantasy RPGs. However, we don't just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. Сега не знает, что с Соником делать еще.
I wish this universe had a few more things to do. Don't you get bored? Game release на PlayStation. Закатывай глаза, когда слышим про Ханкай. А что не так с платформером Принцем? Принц же в принципе это платформер. Там прыгать дохуя туда-сюда. В чем проблема? А на что спорили сова? Какая тема была? Здесь все еще пусто. Здесь все еще пусто. Мне Sonic Frontiers понравился первый сколько там час, а потом стало очень вторично. Завести говносписок. Все, что не в списке ожидаемого, все говносписок. Блокнотик прикольный. Да, тут это... Later this year on PlayStation. All right, inspired by the story of Pinocchio, Lies of P is a Soulsborne-like game which is coming to Game Pass, PlayStation, and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release with this brand new trailer. Вот это мы играем. Вот это мы играем. Geppetto's puppet, we need your help. Уважаемо. Моя будто сосалик. Блять, не играем. Дивимось на твичи, ракушка, тоді. Тоді дивимось на твічі. Так і дивитись на цікав... Ну, я записала, але я давно її жду вже, поэтому... That's right. Play demo now. Lies of P is now available across PlayStation, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time for the reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. And I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay all built in Unreal Engine 5. Here we go. Після конфи в демку будемо чекати деволверів. Драгонбола. О, должно быть забавное, походу.
засветится ли... Ага, все, поняла, сова. Корректируем план на субботку. Корректировка планов. А где ты смотришь, Лекс? Виглядає підозріло, але виглядає дуже весело, якщо чесно. Ну ж понедельник, той. Сендленд. Ну, я запишу. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco, and we're excited to see more of it soon. Independent games are such an important part of the industry, and one thing that's very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from IM8Bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Типа, мы вот, мы тоже есть. Игры для ракушки, кстати. Да, ракушка, Анапурна, это твое. Не-не-не, Цены все. Это напоминание о том, что Анапурна шоу-кейс свой будет. Гром, здорово. Трон оф Либерти. Here's a look at Throne and Liberty. Так, ну я загружать пока не буду, потому что они сами будут показывать, да. Слушайте, я пока что, ну, пока что я вообще не впечатлена максимально, если честно. А сколько демка весит? Скажите, пожалуйста, Lies of P. Find them. Harness their power. Дуже похило, поки. Throne and Liber... А, все. Мне что-то показалось, что там оба. 23-1. Throne and Liberty. Может поставить грузиться, просто скорость ограничить. Вроде сыпется не... Бля. Забудьте. По кольцу, по Elden Ring'у? Ой, мне кажется, вряд ли, если честно. Демка есть больше, чем третий Dark Souls. Хоть смайлик намалюй, а тут и е. Ну я записала себе Lies of P, Sandland. Но вот сейчас я Sandland думаю, еще все ж таки не... А Lies of P я уже и так знала. Ну и ты по мне. Ну я бы сходила. Просто, блин, я посмотрю как, потому что досидеть бы еще до девольверов. Это PvPvE. PvE, PvP. Steam Next Fest does return, giving fans a chance to try out hundreds of new in-development games. One of them is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon,
which lets you transform into supernatural immortals. Here's a new look. Ебать, мечи у них, конечно, охереешь. На, нахуй. О, да вы, ресалка пришла. Ну, выглядит как говно. Простите. Выглядит прям не... Нет, Фёдор, не было. Там в первом ряду сидела молодина, ждала клона Ромеро и Эйба. Хейвен. Ну, типа, блять, не знаю. Play for free, 19 июля. Hey, not... Это мы знаем. Блять, ну кошка, ну серьезно. Это мы знаем, это мы играли демку, это весело. Если кто-то хочет очень веселое с друзьяшками попиздиться, вот это оно. Ну тоже так, на пару вечеров. Она вона весела. Party Animals. Я не знаю, сколько лет после анонса, но вот, наконец, релиз 20 сентября. Наконец, релиз. Pilgrims, summer is coming, and with it, a lot of cool stuff will make its way to Dying Light to stay human. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles, complete говно, with improved и выглядит parkour, как говно. Rolling out with the next update in June. Then, right after that, we'll kick off an event season like you have never seen before. Trust me, for one of them you will want to get your butt barbed wire. Не, это веселее Монополия, простите. Soon, you will get the deadliest summers to date. Я выключила... У меня ничего не грузится. У меня ничего не грузится. Бумпас. Но мы когда в Краше играли, она была прям классная. В Краше, когда мы играли, всех мы трех играли, было прям классно. А, Луна, спасибо еще. Samsung Gaming Hub. Что это? Опять какая-то это? Welcome back to Summer Game Fest. Вот она, Анапурна Шоукейс, ракушка. В сентябре 19-го анонсировали, в октябре 20-го демка. Пиздец. Она должна быть идеально отработана. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. У Самсунга свой этот, да. He's come all the way здорово, from Finland. Please welcome from очередной Remedy, Cloud Gaming, Sam да. Lake. Опа! Здорово, Alan Wake. Ну, у меня тоже записан уже. Ляды вы! Ля секс вышел! Looking dapper as always. Ля, посмотрите, у него бархатный костюм. Посмотрите, у него бархатный костюм. А там были разные, там Луна как часть. Это, видимо, сборник всяких. Посмотрите, как... So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game.
we have two playable characters. It's a 50-50 split between them. First survival horror. They are on their own separate terrifying journeys through two different worlds, and yet it's all connected. Два разных мира совмещены, ну, типа, которые связаны. Them at given points in the story, игрок будет переключаться между двумя мирами в определенные моменты истории по выбору. You revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of второй персонаж Сага будет. Narrative that Alan has written, is that right? Well, that's a good question to ask into this. So yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. Цвет зеленый, красивый этот. Saga, our new hero. FBI agent coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls together with her partner, Alex Casey. Okay. So they're somehow linked in some way, right? They are coming to investigate a series of ritualistic murders. Okay. And very quickly, the investigation turns into a nightmare. А посмотрите стиляга. Ой, как красиво. Ой. A horror story. Maybe written by a certain missing writer. By the initials A. Ой, Ghost, очень красивые песни, безумно красивые песни. Я прям залипала очень жестко. Around them. Interesting. So obviously it's, you know, Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions, how, because I think you can play them 50-50 за двух персонажей. Два персонажа в игре будет Алан и Сага. Половина там, половина здесь. Saga. Okay. And it's a sequel, but it's also a standalone experience. We are not expecting sequel, но все еще standalone. Everybody to do homework. Не обязательно себе первую часть играть, чтобы поиграть во вторую. This can be enjoyed as is. Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural. Сага ничего не знает про мир. She will be going in very quickly. She has to learn to survive, and with that, all the players will be on that journey with her. And ой, take control, шикарнейшая. Then we open up the experience so that you can hop to play Alan Wake in the dark place as he's trying to find his way out. And you can keep on playing as Saga in the Pacific Northwest. Ты можешь выбирать, с кем играть. Ты можешь перепрыгивать на Алана или выбирать играть за Сагу. Сам выбираешь. Так, Citizen, так, проходило. Теперь Шевейга Контрол. Дуже сподобали, еще одна, еще друга. Or as Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially. So we can't wait to see how these stories intertwine, I'm sure, throughout the experience. Блин, это вообще охеренно, когда человек, помимо своего родного языка, знает еще какой-то. Вообще шикарно. Saga's adventure. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, raw gameplay for the first time ever. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. Блин, ну звучит охеренно, что у тебя два персонажа, что ты можешь в любой момент свичиться, можешь играть за того, за этого, можешь вообще не свичиться. Можешь постоянно свичиться. Brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited gameplay. Gameplay, of Alan Wake 2. Ребята. Thanks, Sam. Thank you. Шоу Алан Вейк. Вот это Сага. Вот это Сага. Ну, играем 100 миллиард процентов. По-моему, дата релиза была, кстати. Да, 17 сентября Алан Вейк выходит, ребята. 17 сентября выходит Алан Вейк. Готовьте кошелечки. Страница есть в Epic Store. По-моему, пока что эксклюзив временный Epic Store. Взагалі дивно, ну тут видишь, воно... Sounds like somebody's home. За того, що в тебе є другий персонаж. Тобто історія зовсім нова, і в тебе є новий персонаж, який буде знайомитись з правилами цього світу. І ти можеш так, хопа, влітися. А у Алана своя нова сторі буде. Да даже не пока что там. А, тогда может быть в Epic Store.
В сентябре пиздец, потому что летом не выходит практически нихуя. Потому что, типа, вот, люди в отпусках не так играют, люди предпочитают исключительно там на, ну, на улице проводить время. А потом сентябрь, зима и погнали, блядь, там просто вот так вот нашли. А, все, здесь не испугаюсь. 6-го выходит Скайрим в космосе, да. Свети в него, свети в него, слышишь? Свети в него. Ой, прикольно сделано. Оп! В голову, чё не в голову? Ой, бля, смотрите, как прикольно она стреляет. Да, Citizen дуже смачно звучить, прямо дуже подобається, мені дуже подобається, як вона стріляє, як анімації ось ці всі перехватують, тра-та-та, дуже гарно. Палку, палку давай. А батарейки, понимаешь, батарейки опять из Авроры кончаются за 5 минут, ну безобразие. Худ какой-то слишком, блин, он будто не стилизованный, хуй знает. Клюс available. Забавно, что он сказал, это наш первый survival horror. В августе тоже будут. А что там за релизы? Сейчас у меня было это. В августе Sea of Stars Armored Core. Новый стазис, Baldur's Gate. Все в конце. Все в конце. 25-го Armored Core, 29-го Sea of Stars, 31-го, или там кого, 30-го Baldur's Gate. Lies of P когда сказали? A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. А, может быть, Тори, как серия в целом. Может быть, кстати. Может быть, ты права. We're facing a Tyranid splinter fleet. They engaged us on two planets. Avarax and Kadaku. I'll be straight with you, Titus. I have my reservations about your reinstatement. 19 сентября, окей. Will that be a problem? No, Captain. Tyranids! А вот и Ваха. А вот и Ваха. А по армор там был в тике синематик. Там был в тике синематик. На жаль. По-моему. Вот это мясо, вот это уважаемо. А, они говорили, что, мол, первая часть не была хоррором. Ну, я, конечно, в ахуе, если честно. Второй Space Marine. Блин, вот я бы в какой-нибудь ваху поиграла, потому что оно мясное. Иногда хочется что-то мясо, знаете, какого-то. Когда будут новые игры, хороший вопрос, стой. А Балдур по факту, да, может, он 31-го выходит по факту на сентябрь. Верминтайт второй. Знаете, что хочу поиграть? Игру, которую я не помню, кто предложил на Space Marine 2. Кто предложил игру по Вахе? Мек. На часовые кто-то предложил. Мек. Ну что есть мек? Механикус. Да, механикус. Она прикольно выглядит. Опа, пихили. О, Арти, ты предложил. Я на нее давно просто смотрю, поэтому я думаю, я из списка ее выберу. На! Так, это... А, блядь.
Как называется-то? Что-то знакомое. Что-то знакомое. Yes, Your Grace. Все, Snowfall. Yes, Your Grace. Да. Это такая decision making немножко. Beautiful indie game, Yes, Your Grace, Snowfall. Now it is time это вторая, for по всей видимости, Snowfall, да? Потому что первая в стиме есть. Saber Interactive, Focus Entertainment. Она yes, аутентичная, кривая сложность, ошибка мудрёная. Все, поняла, это хорошо. Господи, с Марин второго в кого проходить? Знаешь, как завлечь чертяка? Yes, Your Grace, да. Прикольно, Кир, так, прикольно зарубило. Свитер. Чому карандаш лежить? Тому що, ну, Yes, Your Grace, вона не дуже моя. Якщо чесно, вона не дуже моя гра. Токсик! Музыку классно подобрали. Музыка прям кайф. Да, как Left 4 Dead. А, нет, Куторец, на этой презе ты не услышишь Team Cherry, потому что в субботу John Carpenter's Toxic команда. Прикольно. Прикольно. В субботу Microsoft. John Carpenter and Saber with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies? Я запомнитаю. Right. Well, this August brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Lord Emvor Gortash. Ну, в компашке весело, мне будет, кажется, нарезать просто мясом. Опять же, мясо такое. He's a second antagonist and is voiced by familiar names. Нарезать мясно зомби. А, вони під крилом Майков, так. Enver Gortash. Зачем Baldur's Gate? О, ты такие вещи не говори, Арти. Гибрид Dead Rising, Left 4 Dead, такие инфлура. Ну, вон нам Питон сказал, что как Left 4 Dead. На четверых, как Left 4 Dead, да, с тачками. A new age is upon us. Так, ну это я не смотрю, не слушаю, потому что я хочу с БГ-3 знакомиться с самого, ну, самой нулины просто. Вегера Ираина, здорово. Ивент называется Summer Game Fest. Это, по сути, презентация, на которой разработчики и издатели рассказывают про... разработчики рассказывают про игры, которые они делают, показывают трейлеры, геймплейные какие-то ролики и рассказывают, когда игра будет выходить. Вот. Летом прям перечень, список такой, знаешь, один за другим всякие такие презентации, на которых очень много чего-то такого, знаешь, супер ожидаемого показывается. Что еще вышло, не вышло. На этой презентации сейчас очень много того, что уже было когда-то где-то анонсировано. Carpenter's Toxic Commando, вот это первая, по-моему, новая игра, которую показали, прям новая-новая. Ну, вот такое всякое. Неплохие весна, здорово, здорово. Baldur's Gate 3 is on track. Так вона ж виходить в цьому, август, забуваю як август українською. Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Это тоже було вже. Sounds like you guys are a little hyped to tell us more is Brian Itzhar, game director at Insomniac. Brian, я завжди плутаю серпень та вересень, я не знаю чому. Я не знаю чому, серпень та вересень мене завжди ось так. Is this the box? Вибачте, будь ласка. Listen, here it is. I mean,
has two on the box for a reason because Ангел предохранитель, хороший ник, дуже гарний ник. Absolutely. Peter and Miles, we're so excited about this. А там что-то вообще не поняла чего-то. Experience that you guys are doing with these sort of two characters. We saw some great gameplay at the PlayStation showcase, but I want to talk about the two Если игра... Villains, think, Тут именно суть в том, что у тебя это целое событие, знаешь, нашлепанное инфой всякой новой. И это день, когда у тебя очень много новых анонсов. Ну, обычно. Очень много каких-то новых, свежих анонсов. И поэтому он такой, знаешь... Ну, пока что, вот я пока что не впечатлена, к сожалению. Marvel characters that live in New York City. So Peter, Miles, and others. He's on the hunt. And others, dot, dot, dot. Yes, yes. But, хотелось бы новенькое. Venom also, obviously, you know, symbiote is a part of this whole story, as we saw in the gameplay. Но что-то пока по нулям. Oh, there you go. Good reaction to the art. I'm glad you're happy. I don't know how much you're going to tell us about Venom. Is this, can you tell, is this an Osborn? Ну, у меня кошелек как бы пока что не в безопасности от Games of P, Games of P, Lies of P и Алана Вейка. Ну, и этого, господи, как его зовут? Скажите мне, Ремнанта. Давайте я его тоже запишу на всякий. You have to play the game to see how it Who is Venom? Okay. А кто Venom? There's a bit of a tease. Now, спасибо большое, что за подарочную для Ангела. Спасибо огромное. Паучка другого зіграв би. Я б теж зіграла. Я не грала першого Майлз Моралес, але Майлз Моралес Моралес мене є в Steam. Я б пограла, але я зараз дуже якось хочеться якихось коридорних ігор, знаєш, таких, щоб ти сів і вперді. І нікуди не звертав. Ось, чогось такого хочеться, але Паучок виглядає дуже гарно. Мені прям дуже подобається. Бегатрі в мене є... Так, вона в мене в бібліотеці є. Вона в мене в бібліотеці є, і коли вона виходить, ми йдемо і граємо її, тому що я не зможу втриматися. Капіталістичний Новий год, тебе не дають подарки, розказують, які подарки ти зможеш купити. Да, 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 Алексій не дає тону. А, Lies of P, я что-то упустила, ви писали вже про Game Pass. Я забыла. Все, Пряня, зберегла деньги. Lies of P 19 сентября. 23, and I think, you know, we're like getting close to that. Are you guys feeling confident that you're gonna make it this fall? You know, Jeff, I know you like exclusives. Yes. And I can promise you we are very confident what we're gonna tell you right now. Oh. Yeah. Okay. Yeah. Let's take a look. Здорово, Кіт. Ну тут всякого. Кір. Мені здається, що якщо погуглити Rule 34, 20 октября, ребята. 20 октября Паук. Spider-Man 2, exclusively for PlayStation 5. Got it. Awesome. Well, Brian, thanks so much. Лекс, эксклюзив пятой плойки. Wrapping up the game, but we'll check it out in October. Thanks, Brian. Эксклюзив пятой плойки. All right. Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open world survival crafting game where you befriend and collect mysterious creatures called Pal, who can also fight. In other words, прототип не играла, чуть-чуть слышала про него, где-то местами видела что-то. Then we're gonna look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online. Да, 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 мясная, там будет две, но. From Korea's Joseon Dynasty and some huge. Люблю плохишей, знаете, немножко. Люблю плохишей. Так. Pal World. Нет, подождите. Это что за покеп... Что за кетчемол? Блядь, что это? Нет, я убрала. Я положила. Все, забудьте, я положила. Я все еще напомню, кстати, сейчас вообще не в тему будет, но у нас в Телеграме есть закрепленный пост. У нас в июле начнется ивент «Часовые игры». Это как саб-день, только гораздо больше. Вы можете в прикрепленный пост в комменты написать какую-нибудь игру, и мы ее поиграем часик в июле. У нас огромный ивент, мы марафоном играем все, что закажут.
По часику смотрим каждую игру. Чисто как демочку смотрим. Так що, будь ласочка, долучайтеся до телеграму. Там дуже гарно. Я там показую своїх щурів. Я там криз показую. Так що это? Приходите. Покемон, да, это покемоны с пушками. Пиши. Гибрид покемона и да. От третьего лица. Land Black Desert. Black Desert. Воно ще живе. Воно ще живе. Our story is more than what hobbits and elves know. It is time we told it ourselves. With hammer and axe we mine and scout. Across Middle Earth, delving for riches. Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria! Rockenstone! Но у нас есть уже игра про Морию. Deep Rock Galactic. Come, my fellow dwarves. Rally together. Кэт, ноль пропуска. Диги-диги-холл. Ну, я хуй знаю, Return to Moria. Все еще лучше, кстати, все еще лучше, чем Голлум. Мама пишет сообщение, но перестала так писать. Ну, в Дипроке нельзя строить, но там можно делать диги-диги-холл. Не от дедаликов. Alright, now we're gonna look at an exciting new mobile game from a legendary. Да новинок на самом деле как-то знаешь, ну, хапу. Вот так вот. Если честно. Клауд, конечно, выглядит как секс. У меня сердце щемить начинает от музыки. А нахуй! Ну, денег мало, справедливо. Но это зачем? У кого пока семерку новую не тянут? Но они сделали совсем другое, в отличие от семерки. iOS Android. Бля, ну я бы полежала, знаете, на этом самом. И поиграл бы на планшетике каком-то. Вечисто ловит инфаркт в медбатальную музыку, так. Now, speaking of Final Fantasy, там у кого-то приступ произошел. Today, during Summer Game Fest, DoorDash has your back. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GAMEFEST. Plus, get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack
DoorDash, stay in your game. Yep, we got you. All right. Ну, я записала себе, ну сколько сейчас, три игры, потому что Sandland все-таки нет. Три игры, которые уже и так знала. Life to the living, death to the dead. We are banishers. We end suffering for those who live. We bring closure to those who don't. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. I want to live. А что? А, скорее всего, усилили Firehead. Я думаю, что да. Нет, это не вампир 100%. А, красивая, правда? Мне тоже нравится. Вот классик. Я всегда записываю всякие стримовые штуки. Or do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Show yourself. Red. Every bloody time. Banishers. End of 2023. Так, ну я записываю. Это первое Banishers, да. Это первое новое, что я записала пока что. ある人物を警護していただきます. Это что? Кодонейму Джоли. Как его зовут? Скажите мне. Дайджобка. Якуза? Якукуза? Трабль хассе. Якуку, это Якукуза, все. Это Якукуза. Именно этот разработчик. Омайра мо има мавари миги сурия, бужи ни кайлеру. Само накя. Banishers я записывала на... Banishers я записывала? Якуза. Блядь, это не новая игра. Пиздец. Sleeping Dogs. Переименовали в Лака... Серьезно? Простите. У меня ручка подвела. Like a Dragon. Ну да. The man who erased his name. Ой, короче. Становлюсь стримером Кукуза и Like a Dragon. И все. Опа! I hope you have a productive day. Ближе к японскому оригиналу. А, все, поняла, окей. Окей, без вопросов. Good morning, just stand. Base to capsule 12, come in. You there, Stan? Вот это я записываю, кстати. Looks like we're good. Вот это я записываю. Я внезапный анонс, чтобы жопу раз... Я очень надеюсь, что они, знаешь, сейчас такие, типа, ну мы покажем всякие штуки, а потом хуя какой-нибудь анонс. Ебанут такой, что реально разорвет просто всех. How long has it been now? 3 years. Как мультики Уэса Андерсона? Ой, слушай же, я что-то не. Я что-то такого не помню. They shouldn't be here. Someone there? This doesn't make sense. Someone else down here. No. Under the waves. 29 августа. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. 29 августа. Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4
of Modern Warfare 2 Warzone launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and an abandoned zoo. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. Июня, Дайхаза. Куда 4 давно... Да, не было. У нас, сказать, 100% томат. Я прям 100% уверена. Season 4, next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turned 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, and we've all raced a 911 in some point at a game, Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by six famous Porsche race Я cars. Пока что очень разочарована конфой. Я пока что очень разочарована конфой. At the 100th running of the 24 hours of Le Mans. Let's take a look. Here it is, the Porsche Xbox Series X. These custom consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now at PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right. Вот у девольверов, я думаю, будет что-то. У них будет что-то. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fate Farm. Dear friend, life in Azoria's been treating me well. Days pass so quickly. Before I know it, they turn into seasons. У девольверов 100% должно быть что-то максимально ёбнутое. Максимально. Там, может быть, не будет ничего такого прям крутого, но оно будет максимально повернутое. Тоже из всего записался. Ну, по сути, из нового у меня только Under the Waves. Realms, where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. So, what do you say? Harald Halibut, я про нее даже не слышала, мне кажется, или она у меня тоже в вишлисте есть. Are We promise variety. There it is. Variety, спасибо, блядь. А можно variety какого-нибудь? Now, please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and flannel enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made. Поэтому я их и добавляю. Some new game modes, yeah.
Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. I'm excited to announce Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. It's Conquest mode. It's a great way to get a super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. That's what I got. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. So, listen. I'm incredible at card games, so I often win. But some people... Давай, Код, some people lose. Yeah. Okay. Fair. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes... Yes. Sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Oh, что сейчас? Okay, I don't have an ideal hand of cards here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. Lamuntis 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. I'll play Medusa on location number 2. She gets +2 power. And let's see the next location. Clover Dangerfield has a 25% chance of destroying your cow. Okay, well, I mean, 25% isn't that. 8 лет после анонса, может уже тогда никогда, может уже тогда лучше не возвращаться. Своим зарядом продвигал Хейс. Но вот то, что он такой прям уф, это прикольно. Лекс уже ушел играть. Лекс, ты уже играешь? Ты хоть расскажи нам, как там. Also, if you don't play a card this turn, you have zero friends. Still to come, we're going to look at Immortals of Avium from EA Originals and Ascendant, and the world premiere first look at Chapter 4, Season 3 of Fortnite Wilds. Now, if you're looking for the smartest way to level up your gaming this summer, compare top credit cards side by side with NerdWallet and start maximizing your cash back rewards on everything from Wi-Fi to headsets. Now, here's a look at King Arthur Legends Rise, a new cross-platform, unified game for mobile and PC, a fantasy squad RPG adventure that куда is available камера едет, to free туда он и показывает. Today. Ты довольный? Arthur, I have sacrificed everything. Представьте объем мемов, название... О, слушай, я что-то не понимаю, а какие? А какие могут быть? Король Артур, на нас напали. Fight with honor. Vanquish the wicked. And you may prove worthy of your legacy. Ну, ведьма красивая. Я, по-моему, добавляла, кстати, вишлист. Или какой-то король Артур был какой, короче. Wayfinders. Do you remember the fall? The gloom descended on Skylight. You rallied to protect the beacon and paid a terrible price. Одиночная игра в начале трейлера свидетельствует о 80%. And the world was broken. Блять, можно какую-нибудь сольную нахуй игру? Who you are and return to us. This world needs champions. За сольную. Приятного спрут. А с чем булочка? Я вот поиграла в этот, в
Калиста. Я поиграла в Гардианов, и мне теперь ужасно хочется каких-то вот просто сольных игр. Вперед, коридорчик. Здравствуйте. Стив, seriously, you don't stand a chance. Вкусно. Project under construction. Ну, Стилларис продолжает развиваться. Давай. Good morning, scavenger. Scav your surroundings to retrieve and recycle anything that could be of value to Scavex. Ну, пока в прошлое смотреть, да. И не только звучит, это хорошо. Captain's log, stardate 43152.4. Стилларис? Кит, нет, Стилларис — это стратегия. Our fleet is cautiously entering hostile territory. Вы с стаканом. Космос. Космосом вы меня привлекли. Нет, это не похоже на Star Wars. О, окей. Stop it, you. Спасибо большое, приятно. Hey there, Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah. Right? My buddy Anthony Mackie and I have been working on this for some time now. We're really excited to share with you Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. And I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. This is gonna be fun! No! Ha! Swung a little wide there. Well, aren't we a tall glass of water? Me? I'm more of a Hawaiian punch! I'm guessing you don't fight much outside of your car now, do you? Look, clown, I don't need four wheels to kick your ass. Это малина! Да, когда малина созревает? Any chance we get this back in the cars? Удивительно, что стол не сломался, кстати. А это фильм, не серик? She had dumps like a truck, truck, truck. That's like what? All night long. Let me see that thong. Like it when the beat go? Da-da-da-da. Baby, let your booty go. Da-da-da-da. Girl, I know you want to show. Da-da-da-da. The thong, the thong, thong, thong. Do you love the silver-haired god? Huh? Don't lie to me. Yeah, man. Сериал. Это не фильм, это сериал. Файрхед, в самом начале написали, что зрители некоторые материалы, которые будут показаны, могут найти оскорбительными. Некоторые зрители могут найти оскорбительными, поэтому. Twisted Metal. Peacock Original. New Series. Это не фильм. Who hasn't dreamt of duplicating oneself in order to multitask? This new hack and slash game with a tactical twist allows you to do just that. Brought to you from France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfanga, the time shift warrior, coming later this year to PC. Goddess of time. Receive my light, Lisfanga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. А та со щитом вышла. That's another me. I look good. Якщо ми це оце? I begin again, but with another me to fight with. You're coming. Оце якийсь рогалик. А, не Сірік, все добре. Сірік будемо дивитись на виході. Ну, треба буде дождатися. Що таке пікок? Що такое пікок? Це чьо? I'm
I will become Legion and crush these demons. Но это не Аид второй. Лисфанга. Onwards. I can feel that there are more. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios. Ну вот стриминг-сервис, но чей? First-person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid. It's an FPS in a fantasy setting, kind of like NBC Doom with magic. Все, поняла, NBC it also has a great cast, надо ждать, пока появится led by Darren Barnett as the main character Jack, NBC and he joins Universal, us now. Смотреть. Hey, Darren? Но опять же, ты не посмотришь, потому что, скорее всего, будет заблочено для стриминга. This is such a cool game. Immortals, super понятно. High production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character, Jack, right? Yes, I am playing the main character, Jack, as seen behind me. He is a battle mage that controls all three forms of magic. У меня вишлис. Блять, he's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, сука, из всего фестиваля, который идет уже сколько? Полтора часа. Новых тайтлов было сколько? Я смотрю сериал, в котором он сейчас играет, кстати. Как оно, блядь? Я сейчас сиську не показала, простите. Мне же не показала сиську, да? Скажите мне, что я не показала. You have a great cast. You, Gina Torres in it. Lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. And I know you brought Never something have I ever. Вот, господи, today, which is a gameplay sequence. Он там играет, он, конечно, там горячий мальчик. Sort of parts of the game, right? Yeah. Но он здесь горячий. So this is a wild part of the game. This trailer is going to be showing you the Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the Everwar. And it's taking place удалю in like, запись, one of the most badass что? Levels of a video game I've seen. Ты we're battling on top ничего, of a 400-foot mech in the middle показала. Of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. All right, let's take a look at some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer там for PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Полтора, в 22 начался. Sandrax literally pushed us to the edge. Но он у меня, видишь, листе уже есть. Я так не ругаюсь, Ромки, как она кричит. And we're still losing. Не показала, это хорошо, Пельмин. Спасибо большое, что проверил. А как же Кавил? Кавил? Мужчина в моем сердце, а это мальчик, понимаешь, пряня? Вика забайтилась. Надо использовать все методы. Я вот сегодня смотрела у Лекса Ghostwire Tokyo, и схема «Столько магии» мне прям нравится. Но выглядит приколясно. Кто ж тогда дедушка? Знаете, кто дедушка? Этот, из Дюны батя. Поняли, кто? Из Дюны. Ну, он не дедушка, конечно, он такой возрастной мужчина просто. Пиксели пиздец просто. Не вывозит. Блин, как его зовут? Вы поняли, кого имею в виду? В Дюне. Батя от Рейса. Не возрастной, сколько ему? Лет 40? Оскар Айзек, да, Оскар Айзек. Вот он тоже у меня в сердечке. А так прям, чтобы взрослый, я даже не знаю. На самом деле. Никто, наверное. Ну пока странно, реально. Вроде прикольно, а вроде как бы хуй его.
Педро Паскаль, ну він мені не дуже подобається. Педро Паскаль. Ну, тобто він дуже такий, ну прям гарний, но немає такого, щоб я прям, знаєш, сіла на підлогу та покатилася. А ты пельмень, я тоже думал. Ну ничего, пускай пересматривает тогда. Сиджело. Старіган у «Грі престолів». Слухайте, ну я тепер буду дивитися різних акторів та думати, який в мене буде краще з дідів. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite. And tomorrow, Chapter 4, Season 3, Wilds launches. And today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed. На що ми тратимо своє? Я перевірив, ні, не показав. Все, спасибо большое. And of course, there's a whole new Battle Pass lineup where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go. Ну, я не знаю, ребята. Ну что-то я не знаю, ну что за дела? Ну надо в Fortnite идти теперь получается. Мне кажется, мы бы уже даже не то чтобы в середине второго акта, мы бы уже, наверное, там куда-нибудь приближались, знаешь, к... Пипец, просто пипец. Ой, ну кто знал, кто знал. Я же говорю, мои ожидания заключаются просто в том, что сделайте меня прям чтоб мне было. Но все равно мы с вами проводим время вместе и смотрим все это вместе, и орем вместе, и хватаемся за голову вместе, все равно того стоит. Anyway. О, а Мікельсон! Мікельсон, він же рахується за діда. Мікельсон рахується за діда. Якщо рахує, ну він ось цей возрастний мужик буде. Він буде возрастний мужик, він ще не дід. В суботу майки будуть, совушка. О, господи. Пятьдесят семь. Все. Айзек молодой. А Мікельсон дед. Все. Мы считаем Мікельсона за деда. Хотя в моем случае деды, наверное, под 80 уже ближе. А Мікельсон прекрасный шугар дэдди. Простите. And it is a deep honor for me to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with its iconic characters and rich storytelling. And I want to thank them for this trailer for one of gaming's most anticipated upcoming releases. The rumors were true. We're still here at the scene of this terrible disaster, caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Amidst the wreckage of the expressway, search and rescue operations are already in progress. О, вторая часть! Just look at it all. Вторая часть наконец-то. Even after everything we've done to it, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. Ну наконец-то вторая часть, господи. Where's he been? And you're asking me? Майки в субботу пельмень, в субботу, завтра пятница. Чем дальше коллаборация, ой, Nightmare, даже... Даже такие пушистые! Даже предположить не могу Nightmare с чем.
Видишь, они все подряд коллабят. Sugar Granny. Sugar Granny. Якщо Мікінсон скаже підкурити йому сішку, то я тільки спитаю, в яку частину тіла він хоче її підкурити. Так, Кір. Мене можна буде просто, знаєш, сішку так прикладати до мене, до любої частини тіла, і все, вона буде підпалена. Втрача із ремейка. З якої часті похуй, Кет, вони не зв'язані друг з другом, поїбать. Well now, think we woke it up. Поебать, можешь с любой. Классическими и самыми любимыми считаются 7, 8 и 9. Можешь любую из этих брать. Энтони Хопкинс, она Latest and greatest. Сейчас я посмотрю на него, подожди, и скажу тебе. Энтони Хопкинс нет. Все-таки нет. Часть, это вторая часть ремейка седьмой финалки. Это вторая часть ремейка седьмой финалки. Ремейк прикольный. Но. Кроме той части, которая будет мокрая, да. Лекс ноль интересно. Вторая часть финалки, седьмой. Кэт, ты не дождешься, потому что третья часть выходит. Да, нет, ты не дождешься. Ждать надо будет несколько лет еще. Реберс. На двух дисках. На PS5. На PS5. There you have it. That was Final Fantasy VII Rebirth coming early 2024 to PlayStation 5. Сюжет цікавий, ракушка. Сюжет дуже такий, знаєш, прям. Summer Game Fest, our live showcase, but that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda Showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from I Am 8-Bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer, on August 22nd for Gamescom Opening Night Live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. Наша сон не треба, я взорвусь зі щастя. Два диска. Ну... Ну, жду Under the Waves, получается, 29 августа. Ой, случайно. Ну вы в Телеграм приходите, кстати, тоже. Не забывайте. А на ПК она будет 200 гигов. Алексиди. Это ж они деньги потратили. На ПК она будет 200 гигов. Кочай. Слышь, кочай. Бля, я бы дождалась Девольверов, потому что я здесь разочарована очень сильно. Я очень разочарована, если честно. Девольверы через час. Час ночи. Девольверы в час ночи. Ой, ну я что-то как-то, ну конечно, да. Ну... Ну...